Дэнс на могиле под 2%. Дэнс на могиле под 2%. Боже, ты готов? У города полно проблем, а бюджет у нас один. Вы уже собрали все справки. Вы требуете покупки дорогостоящего препарата. Вон, пошел, и инвалида своего забери. Мне лекарства не дали. Годовой курс больше миллиона долларов стоит. Ну что, сами все разрулим. Все будет нормально. Что придумал, да? Виталий видела рецепт и сказал, что все может получиться. Только нужна лаборатория нормальная. Пробирки, чашки Петри, колбы. Чем меньше официально купим, тем лучше. Сёма. Добрый вечер. Алексей, у нас к вам деловое предложение. А это вы прям презентацию сделали, распечатали с картинками? Да. Молодцы. Почему? Я просто делаю все, чтобы помочь своему брату. Ты с Ростом, завязывай. Стоять! Кавабанга! Красота! Выступление века. Пошел ты нах... Аккуратно, Роскомнадзор заругает. Мы найдем ее. Мы лекарства варим. Ты меня совсем за идиота держишь. Нужен настоящий специалист. Ты у меня жить будешь, я тебе обещаю! Ну, чем вы занимаетесь? Я работаю в шоу-бизнесе. Он что, привел домой проститутку? Ты знаешь, какая у меня реальность? У меня старший сын бандит, младший инвалид, а муж, прости господи, пчеловод. Ну вот и все. Че все? Все-все.